Ловкого вора поймали после кражи телефона в метро. Вытащил мобильник весьма искусно. Когда поезд начал останавливаться и люди подошли к двери, карманник практически вплотную прижался к даме, которая стояла перед ним. Аккуратно извлек телефон, а затем спокойно вышел из вагона с другими пассажирами. Оперативники профильного карманного отдела угрозыска просмотрели камеры, установили, где он может находиться, и задержали. Ему 47 лет. Не работает от телефона, уже успел избавиться. Сейчас мужчину определили в изолятор временного содержания.